Всем привет! Вот и наступило самое мечтательное время года. Весна – лучшее время, чтобы составить список держинцев, мечты которых уже осуществились, и они стали известны на всю Россию. Вначале упомяну успешного писателя и музыканта Захара Прилепина. Его книги хорошо продаются, по ним снимают фильмы, а сам он временами активно занимается политикой. Он не родился в Дзержинске, но жил и учился в нашем городе некоторое время, поэтому хоть и было бы здорово включить его в пятерку самых известных дзержинцев, Захар Прилепин выступает вне конкурсной программы. Итак, самые известные из родившихся в Дзержинске. Изольда Извицкая. Едва окончив школу, прямо в ночь выпускного прыгнула в московский поезд и уехала поступать в ВГИК. Первый успех – ее роль в фильме Григория Чухрая «41». И вот она звезда Каннского фестиваля, на обложках европейских изданий и кафе в Париже называют в ее честь. Всего за 38-летнюю жизнь она снялась в 22 фильмах. Олег Дерипаска имеет 100 направлений бизнеса в 11 странах, на 5 континентах и 49 градообразующих предприятий. А теперь представьте этого человека, выходящего в 5 утра из стройки, так раньше называлась дискотека в Ударнике, и пешком идет домой, потому как на такси денег у него нет. Наталья Миняева, или Натали, эстрадная певица. Она опровергла миф российского шоу-бизнеса о том, что в одну воду нельзя войти дважды. У нее это получилось первый раз в 90-е, когда выстрелил хитяра «Ветер с моря дул», и второй раз в 2013 году. Бешено взорвался трек «О боже, какой мужчина». Эдуард Лимонов. Писатель, поэт, публицист, российский политический деятель. По мотивам его автобиографических произведений, то есть о том, как он жил в Дзержинске, в 2004 году был снят художественный фильм «Русская», где его сыграл Андрей Чадов. Сергей Чиграков, лидер рок-группы «Чиж и компания». В каморке, что за актовым залом. И «А не спеть ли мне песню о любви?» Эти и еще десяток других его песен 15 лет назад знал каждый гитарист во дворе. Только чтобы научиться играть эти песни, пацаны приходили в музыкальные школы. И я тоже был одним из них. Ирина Воронина, теперь американская фотомодель и актриса. Она активно работала с журналом Playboy с его основным конкурентом Perfect Ten, где публикуются только фотомодели с натуральным цветом волос и глаз, не пользующихся услугами хирургов. Она снялась в кино «Пираньи 3D» и еще в 20 фильмах и сериалах. Вот 6 вариантов самых известных дзержинцев. С этого момента в течение 2 недель на сайте телекомпании «Дзержинск» будет работать голосование, по итогам которого мы узнаем, какой из них наиболее популярен, а какой нет. Итоги мы подведем в программе 12 апреля. Встречаемся через 2 недели. Пока!